В ночь с 26 на 27 апреля в Днепропетровской области было неспокойно. Оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину, били из артиллерии, попали по предприятию энергетической инфраструктуры. Произошла утечка горюче-смазочных материалов. Спасатели устранили возгорание. Один из работников предприятия был ранен, находится в больнице. Под обстрел попал сам Зеленодольск, село Марьянское и Большая Костромка.